Ну, случилось так, я сказал, что по объезду, говорю, давай, почему, говорю, ну, кто-то ездит, да, ты не ездишь, ну, да, туда добираться. А вы знаете, что нельзя стрелять на населенном пункте? Знаю. Ну, извините, меня посмотрели на него, и на меня, я инвалид нафиг. И когда он начал, я тебе говорю, очки разобью нафиг. Кто начал? Тогда, ну, в принципе, начал я. Вы начали? Да, я ему объяснил, говорю, ну, давай объедем там как-то. Есть же объездная дорога. А то есть вы хотели, чтобы он вас прямо до подъезда довез, да? Зачем до подъезда? На остановке не надо подъезда возить. И встал, типа, как лицо ему собрался бить. Но Вася встал, ты что, говорит, мужик, я что, сам придумал? Ну, как бы отпихнул его от себя, а тут раз и достал пистолет. Да. Ну, чуть взяла в ногу, а потом я уже оттуда убежала, он, ну, и в живот, наверное, прыгнул.